Группа быстрого реагирования. В Ульяновске заработала рабочая группа, где помогут решить социально-бытовые проблемы дольщиков. Решение об этом приняли в городской администрации. Возглавит группу глава города Сергей Панчин. В штаб вошли глава областного фонда по защите прав дольщиков, главы районов и руководители отраслевых ведомств. Главная задача группы – решить не вопросы строительства, а помочь людям с социальными проблемами. Это и выделение мест в детские сады и школы, и оплата коммунальных услуг, и поиск работы. Для того, чтобы скоординировать вопросы по их решению между разными службами города. Потому что в основном, конечно, эта проблема касается города Ульяновска, и поэтому такая группа сегодня была создана. Встречи с участниками долевого строительства планируется проводить ежемесячно. Ближайшая из них состоится 21 августа в новом лицее в микрорайоне Центральный в Новом городе. Ежедневно мы будем встречаться с рабочей группой по месту размещения моего управления по развитию исторической части города. Это Спасская, 6, аудитория 43. Будет работать контактный телефон 41 19 45. Легко запомнить, 41 это год начала войны, а 1945 – это год окончания. Я думаю, что наша группа по поручению главы города сработает хорошо. Телефон горячей линии будет работать с понедельника по субботу с 8 утра до 6 вечера. На данный момент в Ульяновской области насчитывается порядка 3000 участников долевого строительства. В реестр проблемных объектов включен 21 дом. Уже на этой неделе пройдет заседание законодательного собрания, где рассмотрят вопрос о дополнительном выделении 93 миллионов рублей на достройку нескольких объектов. Анна Тищенко, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ.